Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post-haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi, на аппарате The Turing Test, тест Тюринга. Игра, которая только вот сегодня вышла, я решил запустить ее, посмотреть, сделать как бы первый взгляд, а там будет видно, понравится, не понравится. Так что запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы начинаем. Вначале хотелось сказать пару слов об игре, что такое тест Тюринга. Именно на это название я и купился, потому что в принципе об игре я не знаю больше ничего. Я никаких роликов не смотрел, только буквально пару предложений в описании и пару скриншотов видел, и все. Тест Тюринга — это довольно-таки интересный тест, который был разработан неким Аланом, по-моему, звали Алан Тюринг в 1950-м, если моя память меня, в общем, не обманывает, году, где-то в 50-х или в 50-м году, в общем. Суть этого теста очень интересная. Дело в том, что этот тест не для человека, это тест для искусственного интеллекта, для машины. В чем его суть? Суть в том, что машина должна доказать, что она может мыслить как человек. То есть тогда она только пройдет тест. Как этот тест проводится? Человек, настоящий человек, который по сути как бы проверяющий, является проверяющим, он общается одновременно с искусственным интеллектом и с настоящим человеком, с реальным. Общается он, не видя их, и общается только текстовыми сообщениями, плюс через определенные интервалы времени, так как раньше, в то время, особенно искусственные интеллекты, точнее компьютеры, не обладали мощностями, которые есть сейчас. Ну а плюс даже сейчас как бы они слишком быстро отвечали бы, и было бы понятно. То есть для этого как бы специальное ограничение сделано, чтобы ориентироваться чисто на фразы, на то, что искусственный интеллект говорит. Так вот, проверяющий, он не знал, с кем он разговаривает, и он должен был за какое-то время определить, кто человек, а кто искусственный интеллект, а кто машина. Если ему это не удавалось, считалось, что искусственный интеллект прошел тест. То есть он доказал, что он может мыслить как человек. Его задача была как бы запутать проверяющего, чтобы тот не смог догадаться, с кем он разговаривает. А теперь, собственно, ситуация в нашем положении. Только что нас разбудил вот этот робот, мы были, видимо, в каком-то кресле. Робот сказал нам, что 450 часов назад мы потеряли связь с наземной группой. И мы сейчас нас разбудили для того, чтобы мы разведали, как бы выяснили, в чем же дело, в чем проблема. Так как возникли подозрения, что какие-то, в общем, инопланетные тела враждебные появились, и мы являемся экстренным случаем. То есть нас здесь хранили в кресле именно на экстренный случай. Все остальное, видимо, выполняли роботы. И чисто на всякий случай разбудили человека, потому что робот, возможно, не сможет понять и осмыслить то, что может понять осмыслить человек. Окей. Так, возможно, ага, вот замок красный, значит, мы не войдем. Можно в эти двери даже не пытаться войти. Так, мы видим свои ноги? Кстати, нет, не видим. Прыгать можем. Окей. Давайте посмотрим. Возможно, именно в этом и является суть названия тест Тюринга, то, что здесь всем управляют только роботы. Именно поэтому нас и разбудили, потому что мы человек. Мы сможем то, что не сможет никакой робот. Ага, мы не можем ничего прочитать и так далее. Что у нас там? Tom.os. Кстати, робота, по-моему, Том зовут, у него надпись была на нем. Возьми свое EMT. Он там сбоку. А с какого боку не скажешь?
Ой, текстурки. Ну, правда, я чуть-чуть понизил требования, но не настолько, чтобы текстурки были вот такие вот. Так. Костюм нам одеть не нужно. А, ну мы вроде в костюме. По крайней мере, руки были в перчатках. Вот это, видимо. Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Итак, робот сказал нам, чтобы мы отправились в доки, потому что нам нужно посадочное устройство, чтобы отправиться на Европу. Европа — это, видимо, станция какая-то или планета. Так, как использовать то, что мы подобрали только что? Офис ESA. ESA — это, собственно, та организация. Зачем мы можем просто посмотреть на ноутбук и ничего с ним не сделать? Игра довольно требовательна, кстати. Ну хотя, без фрапса у меня на максималках она нормально шла, я ее запустил, был проверить громкость. С фрапсом как-то ситуация ухудшилась, пришлось немного снижать настройки, но вроде вот сейчас более-менее нормально выглядит и при этом не тормозит. 60 кадров пока что вроде стабильно, но при этом мы видим, что игра периодически подгружается. Какой статус корабля? Робот отвечает, что я провел все необходимые проверки, и посадочный корабль, посадочная капсула, наверное, полностью готова к запуску. Русской локализации нету, к сожалению. Опа, космос. Красота. Люблю я космос. Так, я надеюсь, мы правильно идем. Ага, там есть проходы. А, целая куча даже. Bay 3. Отсек третий. Вот этот. Да, Bay 3. И плюс он зеленым подсвечен, то есть он рабочий. А вот она, видимо, капсула наша. Ну ладно, давайте сядем. Не особо она вместительная, но надеюсь, нам будет удобно. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch initiating. Zephyr. В общем, была проверка систем, скажем так. Engaging retro fire. I'm running the program 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Удачная посадка. Возникли проблемы при полете. Открой дверь, говорит. Добро пожаловать на Европу. Проблема была связана с тем, что мы двигались слишком с большой скоростью. Капсула, то есть наша. Так, снежная довольно планета.
Интересно, Европа все-таки это планета или станция? Возможно, если бы я почитал описание игры, я бы это знал. Но как-то, как я уже сказал, я купился чисто на название. Так, в принципе, мы можем и бежать. Но лучше помедленнее осмотримся. ISA. How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Сколько мой костюм выдержит при данных температурных условиях, в общем? Робот отвечает, при 100 градусов по Кельвину примерно 2 часа, поэтому лучше забирайся внутрь. Я не знаю, сколько, если перевести в градусы Цельсия, это, но это довольно низкая температура. Так. Мы можем воспользоваться теперь нашим оружием. Это же оружие или что это за прибор? Нет, не можем. Чего-то нам не хватает для этого. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Macula. It appears the ground team have manipulated these modules. Говорит, база изменилась. Она была оригинально построена из модулей, и, видимо, наземная команда использовала эти модули, изменила их. Кстати, ребята, пока была загрузка игры, у меня с этим возникли небольшие проблемы технического плана. Пришлось драйвера обновлять и так далее, потому что игра не хотела дальше загружаться на следующий уровень. Итак, я полез в интернет, узнал, что мы сейчас находимся в нашей Солнечной системе. Мы находимся на спутнике Юпитера, который называется Европа. Вот оно как, интересно. И, кстати, у многих, у очень многих сейчас технические проблемы с этой игрой. Игра вышла буквально несколько часов назад, но при этом уже появилось огромное количество статей на тему, как избавляться от каких проблем и так далее. У многих игра просто не запускается, у многих вылетает, у многих зависает. У меня вот она не захотела почему-то новый уровень загружать. Но драйвера обновил, и все получилось. Так, что это такое? Ага, понятно. Я, кажется, понял, что это. Это как в портале, помните, было? Чтобы мы что-то не вынесли. Или не в портале? Нет, в портале, по-моему, было так. Что все исчезает, все, что мы не должны выносить из комнаты. Да, там было такое. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support. Especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Говорит, что это место построено полностью роботами, потому что очень сложно доставить сюда людей из-за того, что как бы о людях нужно заботиться, поддерживать их жизнедеятельность. Так, ЛТ, мы можем что-то... Что это мы сделали? А, все, я понял, что мы делаем. Вот. Ну интересно тогда, что за той дверью? Ничего. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Он говорит, что эти комнаты все были созданы для теста Тьюринга, для задач, которые не может решить робот, но может решить человек. И именно поэтому, как он сказал, нас разбудили. Так.
Так. Что нам сделать с этой штуковиной? Мы ее как-то кинуть можем? Нет, ну мы можем... Почему мы не можем из нее вытянуть ничего? Но подняться с ней в руках мы не можем. Стоп, а мы можем ее в окно перекинуть туда? Там стекло есть или нету? Что это было? О, а я думал, здесь стекло. Как-то даже не подумал об этом. Точнее, мысль промелькнула, но я подумал же, что стекло нельзя туда перекинуть. Ну да, игра головоломка по типу портала. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. But they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Говорит, раньше, когда-то эти комнаты вообще использовались как хранилище, но эти люди, наземная команда, переделали их. Так, стоп, а куда же тогда заряд использовать? А, вот, рубильник. Так, как мне... А, вот, все. Я думал, правый стик. Левый. Нормально, все удобно. Это я как бы немного не так понял, что от нас требуется. Точнее, как это делается. Так, ну если мы заберем, мы... Ну, дверь закроется тогда. А мы вот так поступим. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Говорит, что не может сейчас определить точное местонахождение команды. Где-то она внутри, в глубине этого комплекса. Ну? Так, спуститься мы здесь не можем, и, видимо, слишком далеко, чтобы вытянуть заряд. Так, поближе к краешку подойдем, может быть, получится? Нет. Нам его сюда нужно. Так, оттуда мы пришли, да? А мы отсюда вообще его... Стоп, а вот, мы можем взять целиком этот куб. Но какой толк от этого? Здесь стекло. Кинуть мы его не можем. Да и как же кинуть, если здесь нам нужно дверь открыть, чтобы пройти дальше? Так, ребята, вот наконец-то головоломка, на которой стоит подумать. Если мы его заберем, то дальше мы вообще не пройдем. Этот мы можем разрядить.
и само собой, дальше мы пройти не сможем. Так, отсюда мы зарядить не сможем? Сможем. Так, ну там-то дверь открылась, ну а здесь-то? А здесь-то как? Толку, что там дверь открылась? Так, любопытно. Я в затупе, ребята. Так, забираем обратно, чтобы пройти там. Но опять-таки, если мы возьмем вот эту штуковину, хотя зачем нам ее брать? Может быть, мы еще что-то можем? Чего я пока что не знаю. Допустим, вытянуть через стекло. Нет. Так, нет, ну это интересно. Мы не можем ни там, ни здесь забрать, потому что закроются двери. Что тогда делать? Что же тогда делать? Так. Ну, это интересно. Ага, не успел. Хотел перехитрить, ребята. Нет. Вот толку. Здесь-то ничего нет уже. Ну толку, что мы там открываем дверь. Мы туда попасть не можем. Туда мы забраться тоже никак не можем. Прыгаем мы как калека на 10 сантиметров максимум вверх. Чуть-чуть приподнимаемся просто. А если... Да, стой, тихо. Я на тебя запрыгнуть пытаюсь. Есть, получилось. Ну да, толку никакого. Ну, так. Так, я реально не понимаю, что делать. Что-то я как-то от таких головоломок отвык. Так. Оказывается, вот что можно... Нет, стоп. Не так. Оказывается, эти разъемы ж одинаковые. То есть мы можем сделать вот таким вот образом. Thank you.
То есть сюда теперь можно просто зарядить таким вот зарядом. Вот, а я этого не знал, что разъемы как бы полностью совпадают, что просто заряд можно, что можно этот кубик вставить. Об этом нам никто ничего не говорил. Я думал, разъемы разные. А тогда да, получается довольно-таки легко. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Спрашивает робота, если ты контролируешь полностью весь этот, все это здание, весь этот комплекс, почему же ты не можешь найти команду? Но говорит, потому что не работает система коммуникации. Так, здесь расхождение какое-то, запрещенная область, и там что-то можно включить. Можем сюда войти, что это за поле? Да. Просто интересно, что же за запрещенная область? Perhaps we can't solve this yet. Говорит, возможно, мы сможем с этим разобраться. Почему-то субтитры не работают в этой комнате. Ничего. И чего? Так, подождите, а как? Как понять? 5 на 5, 25 получается. Может быть, где-то был какой-то символ, какое-то изображение, которое я не заметил? Подсказка какая-то, потому что это же не просто так. Это показывает комнаты, в которых мы уже были, получается. А, 7. Может быть, как-то с этим связано? Потому что как-то здесь уже чисто... Я не знаю... А, допустим, 5, 6, 7. Так, не, ну реально, мне что, каждую перепробовать, что ли? Что я делаю? Да нет, ну это можно бесконечно делать. Стоп, а я ж не вижу, может дверь когда-то открывалась, я так стою и не вижу. А вот так. Как они были в начале, вот, нет, где-то здесь стояли две, да? Да ну вас нафиг, я беру с собой их. А, я не могу с ними пройти, да? И выбросить здесь тоже не могу. Вот блин. Вон же блин. Тебя нельзя выстрелить? Жаль.
В общем, я понятия не имею, как здесь решить головоломку, куда-то наугад, что ли, либо не знаю. А вот здесь они бы мне очень сильно пригодились. Две штучки, как раз таки. Что ты делаешь? Ага. Эй-эй-эй-эй. Так, куда ты? Примагнись нормально. Стоп, все, не падай. Так, ну это один. А если мы сюда станем? Ничего, так, ну это один. А что если... Ага, вот. Стоп, у нас зеленый теперь шарик, зеленая энергия. Она для чего-то другого или как? Все, я понял. Смотрите, синий дает постоянный ток, а зеленый дает переменный ток. Поэтому вот эта штуковина работала так плохо. То есть не магнитила сразу, а чисто вот то работало, то не работало. Вот, переменно. А мы сможем теперь побежать? Да, пробежать-то мы смогли. If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Наша героиня уже что-то неладное чувствует. Что это такое? А, переключатель. Куда он подавал двери, да, тоже. А нам нужно вот туда. А, нет, стоп. Наоборот, вот этот давайте туда. Да что я постоянно не то нажимаю? Эй, почему ты не поставился? Так, а теперь просто заберем отсюда и вот сюда. Вот так вот, ребята. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. В общем, какие-то странности у робота. У него, по сути, сейчас можно назвать это раздвоением личности. Одна его личность, часть его, как бы, сознания, его мозга на поверхности, другая там на корабле. И они развиваются по отдельности, и он пытается воссоединить все знания, которые как бы получают каждая из этих частей. И причем он интересную как бы фразу сказал, что одна его часть, которая на корабле, там это получается часть раб, а здесь на земле, ну в смысле на Европе, мастер, хозяин. Очень любопытно.
Ну что ж, друзья, думаю, мы уже оценили геймплей, так как сказать, как бы с одной стороны интересно, довольно любопытно, головоломки, то есть так потренировать мозг и так далее, интересно, но с другой стороны как-то все более-менее, ну не так как в Портале. В Портале было очень весело, там ради веселья все это делало, здесь как-то ну, так более монотонно, более однообразно, взял, стрельнул, там взял, перенес, просто как бы ну, не так. В Портале более активно было там и прыгать и все можно. А здесь просто идешь и эти кубики переносишь, взял в одном месте, поставил в другой, взял здесь энергию, поставил вот сюда энергию, как бы вот и все, что делаешь. По-моему, как-то это не особо весело, я думаю. Хотя, ну, не знаю, как по мне, так лучше Портал заново перепройти, по-моему. Так что пишите в комментариях, пожалуйста, ваше мнение по этой игре. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоти. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.